Увидеть два солнца одновременно посчастливится некоторым жителям планеты. Сегодня 23 числа. Выехали мы, одежурили на опушке леса, сейчас стоим. Тут такой интересную вещь. Сейчас я, подожди. Смотри, смотри какая. Вижу, а вижу. Это такое? Вот. Одно солнце. Вон второе, вон третье. Вот. Освещай. Вот второе солнце, а вот третье. Три солнца у нас сегодня. Сегодня в рождественский сочельник мы можем наблюдать в Харьковской губернии явление, похожее на северное сияние. Вон там вот солнышко. Завтра будет тепло. Вот такое доброе солнечное утро в Новокузнецке. Ясное, приясное. Такого возможно только по концу, после конца света. So here's the complete circle, and straight above is this rainbow. Странное оптическое явление. Два солнца. Классно, да? Да, классно. Ты сфотографировал? Да, отснял на видео. Понятно. Бухта Китовая, земля новая. Бухта Китовая. Питер. Два солнца. Так, сегодня 26 января 2016 года, 8 утра. На улице 20 градусов мороза, и вот можно наблюдать такую картину. Вот одно солнце, а вот другое солнце. Да, мы в Саратове находимся. Вот два солнца. Два солнца. Вот это настоящее.
А вот это неизвестно чего. Да это в облаке, да. Да не, да нет. Оно несколько цветов дает. Прикол. Видишь, и вот под стену тоже снизу такое же. Нет, оно бы снизу было. А здесь-то сбоку, блин. Исчезает. Исчезает? Ну, блин, как так? Да все их знают. Два солнца. Редкое очень явление. Предсказания Ванги сбываются. Два солнца. Где? Там первое, а второе покажем. Та трохи видно, ну на камері не так, як очима. О, в Радугу вроді би видно одну. І другу видно Радугу. 300 гривень мінусів зарплати. Одне сонце видно, а друге, та й друге видно трохи. Тут трагедія случилася. Ти бачиш два сонця? Що попало на? Нюхай, малий! А ну гляньте на небо! А ну подивіться! На сонце! А ну придивіться гарно! Кінець світу! Ага! Та в кокою, та в голза, та в перекресті! Надо щось з бабами робити! Два сонця. Второе солнышко. Два солнца. Здесь.
У Земли появится второе солнце, пережить самый длинный в истории день и насладиться космическим световым шоу. Вход на него будет свободным и абсолютно бесплатным для всех.